Здравствуйте, я Владимир Якуба. Сейчас я нахожусь в аэропорту города Кишинева в Молдавии. Сегодня преддверие 14 февраля, Дня всех влюбленных, и я хотел бы рассказать сейчас о такой теме, как влюбить в себя работодателя. Как сделать так, чтобы он захотел взять вас на работу, в том числе и по той причине, что вы высоко мотивированы, вы хотите работать в этой компании. Итак, три момента. Первое и формулировки. Вы приходите на собеседование, и вы должны, как девушки при общении, делать комплименты. Но только комплименты должны быть очень мягкие, точные и не превышающие тот уровень, который допустим для первой встречи. Например, первый комплимент бизнесу. Сергей, расскажите, пожалуйста, о вашей компании, о вашем бизнесе. Я интересовался и смотрю, вы такими достаточно быстрыми шагами развиваетесь на рынке. Мне очень интересно это направление. Вот такой мягкий комплимент бизнесу. Второе. Комплимент окружающей среде. Просто обратите внимание на то, что находится на стенах, или же предметы, статуэтки, хоть сердечки, которые находятся рядом. Обратите внимание, задайте вопрос, что это, с какими жизненными событиями это связано. Третье. Комплимент тем людям и событиям, которые встречаются в коридоре. Этот комплимент будет естественным. Например, у вас такая вежливая охрана, очень приятно, и вообще это редко. Или у вас люди так приятно одеваются в коридоре, я встретился с несколькими, ну такие улыбающиеся лица, здорово, мне приятно. Ну и так далее, все то, что вроде бы незаметно, но вы обратили на это внимание. Ведь обращают внимание на детали, а как раз именно детали бизнеса, стен вокруг, людей в коридорах, здания в конце концов, самой сферы, именно детали должны обращать на себя внимание. И тогда это будет не лесть, как вы так потрясающе выглядите, или у вас такая замечательная компания, а это будет легкий, добрый комплимент, который показывает, что вы мотивированы работать именно в этой сфере деятельности, ну и как следствие в этой компании. Я Владимир Якуба из Кишинева, с удовольствием про тему, как влюбить в себя работодателя. Получайте удовольствие от работы и карьеры. До встречи. Спасибо.